«Сказка к нам приходит». Так назывался районный конкурс «Фестиваль инсценированных сказок», который проходил в городе Михайлове в стенах малого зала МКЦ 13 декабря 2017 года. Там собрались учащиеся первых-четвертых классов, общеобразовательных организаций и воспитанники детских садов. В конкурсе приняли участие 13 творческих коллективов, более 150 участников, а также родители и гости. Награждения проходили по двум номинациям «Однажды в сказке» и «Жили-были». Кроме этого, были вручены грамоты за активное участие. В категории «Дошкольные образовательные учреждения» гран-при у детского сада «Василек» руководители Галины Кривых, Наталья Гайдукевич и Дарья Бессонова. Первое место – детский сад «Колосок» руководитель Ольга Славовна. В категории «Основные общеобразовательные учреждения» и «Филиалы средних общеобразовательных учреждений» первое место занял Щединский филиал Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1, руководитель Галина Непрошина. В категории «Средние общеобразовательные учреждения» гран-при у Виленской средней общеобразовательной школы, руководитель Елена Миролюбова. Первое место Михайловская средняя общеобразовательная школа номер 1, руководители Светлана Полякова и Анастасия Фомина. В номинации «Жили-были» первое место занял Козловский филиал Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1, руководитель Елена Гаврилова. Владислав Окороков, Александр Каратаев и Евгений Бастраков специально для будней.